тут Maybe Baby, вот это вот, которая там поет, если я не ошибаюсь, ее вроде как слили куда-то. Якобы она на вебкаме, короче говоря, сидела. Это она, типа, да? А я корчу лицо, брошицу офигаю, я испорчу. А, да? Я просто не понимаю, типа, это она песни поет или, типа, она как актриса тут и все поет? А зачем она тогда на вебкаме сидит? Я что-то не понимаю. В чем прикол, нахуя? То есть она, ну, достаточно известная получается. Нахуй она там сидела? Хотя, немного странно, да? Якобы слили ее на вебкаме перед выходом трека. Причем, знаете, слили вообще полную хуйню. То есть там абсолютно нет ничего. Там якобы с вебкама, но она просто сидит, короче, в одежде и молчит. То есть она просто сидит и молчит. То есть там вообще ничего не было. То есть она не раздевалась, она там не дрочила. Она даже не разговаривала. То есть там слили какие-то видосы, где она сидит на диване и молчит, ебать. То есть, ну, типа, вообще ничего такого. Поэтому, мне кажется, все какая-то залупа и фэк. Специально перед тем, как трек выложить. Ну и все. Господи, что за... Какой... Что за хигао? Это что-то анимешное, да? Я на сцене себе шлёпнула по попе. Сори, но твой бойчик больше не твой бойчик. Лосики бойчик. Господи, что за... Зумерские выражения. Ахигау, бойчик. Мальчики так много смотрят, можно выдать Оскар. Талиев, мизинец, мои формы, как у Барби. Мама пересвязана, сестренка Майли Сайрус. Гонит федералы, я девчонка вне закона. Если сяду на зону, то на зону рок-н-ролла. Лицо в рожицу, ахигау, я испорчу твой сон. Розовая помада, детка, после меня. Сделала камень. Хиз, а что ты слушаешь? Просто интересно. Ты точно хочешь это видеть? Вот что я, блядь, слушаю. Нормально? Кит, маму, тата, брата, мам. Вот что я, блядь, слышу. Что ты, я понимаю? Годнота, блядь. Не такие сперматоксикозные. А, сперматоксикозные, потому что это набирает много просмотров, как бы. А, я не знаю, видимо, школьникам это нравится. А нет, я не знаю, может, дрочные эти песни, я хз. А, да, спасибо тебе за 100 рублей. Мальчик у меня записан, как не брать. Глиттер на моих щеках сверкает, словно бриллианты. На меня он смотрит света отражающих очках. Молодая Кэти Перри бой, со мной бэйби бой. Проведу его до двери бой, как дворецкий бой. Парни за бошки схватятся, я в голубом платьице. Я не буду... Послушаю у Доры трек последний с френдзоной. Дора там вытягивает за счет вокала. Дора, говоришь? Я тогда это надо вот, вот это, да, вот это надо.
Мешапы, ебать, надо слушать, они какие-то там эти самые. О. Опа! Минус уши нахуй. Но у меня альбом с платиной. А я корчу лицо. В рожицу офигал я. Чё такое офигал, о? Розовая помада, детка, после меня. Сделала камин-аут. Твои трепки гуляют со мной. Не отпускают. Они шарятся, что я сингл-сингл леди. Об этом знают в моем доме все мои соседи. И я просто как огонь. Вот это что ли офигал? Baby single. И вы хотите быть со мной. Понятно. Не забить, забейте. Они шарят то, что я сингл-сингл леди. Об этом знают в моем доме все мои соседи. И я опасна, как огонь, baby single леди. И вы хотите быть со мной. Не забить, забейте. Когда аниме девок ебут, они делают такое ебало, и это называется охигау. Господи, боже мой. Я понял. Так, термин в японской порнографии, вызывающий выражение лица во время секса. Ух. Что-то это странное выражение, на самом деле, во время секса, блядь. У меня такое выражение лица, когда мне, я не знаю, донатят большие суммы. Ну, чтобы во время секса такое делать, ну не знаю. Не, ну как бы, я не знаю, стандартный их трек. А я курчу. Ай, блядь. Да вообще они скатились, я думаю, да? Уже так много просмотров не набирают. Или нет? О, блядь, я это что, слушал, что ли? Какого хрена здесь? Красная полоска. Кого? Нет, не слушал. Кто, блядь, видос моего аккаунта смотрит? Да еще и такие. Спалился. А, да? Ни с кем никак. Все было лучше в моих мечтах. Как-то нет, Егора Крида почему-то поминает. Если его голос сюда вставить, тупо Егор Крид. Мне так скучно. Прости, мала. Мальчик, ты гуляешь со мной. Ой, представляй меня другой. Ой, походу у тебя с головой. Ой. О-о-о. Опять про мальчиков поют. А можно про что-то другое петь, я не понимаю, не про вот это все. Короче, ладно, я не хочу это слушать. Я не знаю, типа, какую реакцию выдавать на подобное. Серьезно, типа, ну. Ну, не знаю, и все. Ну, поют. Ну, блядь, круто. Вот Моргенштерн, это еще ладно. Там хотя бы надо вслушиваться и понимать текст, разоблачать, раскрывать и так далее. А здесь че? Я лох, да. Я лох, ага. Я лох, да. Я лох.